Малахова осудили за новости о смерти Заворотнюк. Пользователей Instagram возмутила запись о возможной смерти от рака актрисы Анастасии Заворотнюк на странице издания Starhit, которым руководит телеведущий Андрей Малахов. В августе СМИ сообщили, что у Анастасии Заворотнюк рак головного мозга. Впоследствии стало известно, что ее состояние резко ухудшилось, начался отек и актриса находится в коме. Позже появилась информация, что Заворотнюк пришла в сознание и дышит самостоятельно. При этом официальных комментариев о состоянии актрисы и ее лечении до сих пор нет. Уже неделю о состоянии здоровья Анастасии Заворотнюк нет вестей, а сегодня в телеграм-каналах сообщили, что актриса умерла 5 октября в Европейском медицинском центре на Щепкино. Директор «Звезды» опровергла эту информацию в разговоре с редактором Starhit. «Мы надеемся, что с нашей прекрасной няней все в порядке и желаем терпения ее близким», говорится в сообщении на странице издания Instagram. В комментариях к записи пользователи выразили свое возмущение публикацией, призвав оставить актрису и ее семью в покое. «В голове не укладывается, как можно распространять сплетни о болезни и тем более о смерти. Это просто ужас. Да отстаньте от нее, нелюди, Малахов, ты дно. Оставьте семью Анастасии в покое. Андрей Малахов, очень вас прошу, дайте ей немного прийти в себя. Я надеюсь, как и все вы, что с Настей все в порядке, она на лечении и все хорошо». При этом часть комментаторов отметила, что семье звезды моей прекрасной няни стоит прервать молчание, чтобы пресечь слухи, а также высказали мнение, что актриса будет долго жить, раз уже похоронили. Директор артистки Стас Христов опроверг слухи о ее смерти и от имени семьи Анастасии Заворотнюк попросил прекратить спекуляции вокруг ее здоровья.